У эфире программа «Новины региона» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день, у гэтым выпуску глядите. Рамонт, якого чекали. Масштабную реконструкцию по улице Краснозвездной у Могилеве плануют завершить до конца года. У Могилеве этой зимой снова зальют самый великий открытый каток в области. Днепр у высшейшей лиги, рекорд Борисфена. Спортивные успехи у выпуску. Масштабный ремонт по улице Краснозвездной в областном центре планируют завершить 2017 годом. Некоторые работы будовники скончат уже в листопаде. Во всяким выпадку яны обещают плавать по проезжей частце под час ливнев. Как это было ранее, теперь автомобилистам не придется. Насколько изменится выгляд микрорайона Казимировка, доведалась Олеся Рыбалка. Узровень дороги на гэтым проблемным участку покинули былым. А вось далей, у бок улицы Карасёва, понизили и пачалі там будовать ліўневы коллектор. Термин яго уводу май будучага года. Пасля, абяцают будовники, про вялікую ваду на Казимировцы можна забыцца. Цивилизованы выгляд нарэшце набудзе и сама проезжая частка на Краснозвездной. От канчатковага припынку до улицы Карасёва 400 метров чатырохпалоснай дороги уже апранаюцца у новый асфальт. Лістападам дорога будзе здадзена. И гэта не апошнія работы до конца года. Посмотрите, как растут Казимировка. Конечно, должна быть и дорога, должны быть подъезды, должно быть электроосвещение, должны быть удобства, должны стоять остановочные пункты, которые мы уже заказали, которые будем в этом году должны поставить 4 остановочных пункта. Обновление концевого припынку автобусов и маршрутных такси так само планируют завершить до конца года. Это станет зачином на перспективу. Справа у тем, что миновито тут запланировано будовництво поликлиники. Добрый подъезд до медустановы повинен заявиться загодя. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, «Новин региона». У Дрыбинском районе аварии загинул жыхар агрогородка Расна. Автомобиль, на яким ён ехал, выскочил у кювет и сутыкнулся с древом. Водитель загинул на месте, и причина аварии пакуль невядома. По словам инспектора ДАИ, згодна попередней информации, мужчина не справился с кіраваннем. Еще одна авария с тяжкими наступствами отбылась у Могилеве. На мосте по проспекте Шмидта сутыкнулись одразу три автомобили. Вось кадры, снятые видеорегистратором видовочца. По словам инспекторов, автомобиль Мазда спочатку урезался у Volkswagen, який ехал упереди. От удару машину откинула на сустречную, где она протаранила Опель. У гэтым ДТ травмы отримали водитель и пассажирка Мазды, жанчына у реанимации. У обставинах аварии разбираются специалисты, и они шукают видовочца аварии тех, кто мае запись сутыкнения на видеорегистраторы. Коли вы можете допомогчи правоохранникам, звертайтесь у дежурную службу ДАИ. Два человека загинули на пожарах в области за минулые выходные. В Могилевском районе горел приватный жилый дом. Как поведомили у службе 101, коли выратывальники прибыли до места здарения, дахи и перекрытие будинка частково обвалились. Под час ликвидации сгорания под будовничими конструкциями пожарные нашли тело мужчины, особу якого высветляют. У Клішевском районе пожар так само отбылся у приватном жилом доме. Вратовальники огонь потушили, у одним из покоев яны нашли тело 57-годового господара дома уладания. У обоих выпадках специалисты высветляют причину пожару. На Могилевском спорткомплексе «Торпеда» сёлета зну будут заливать каток. Засталося дочекаться отповедного надворья. Узгадаем, апошние три годы пляцовка, якая лічыцца самой великой в области, заставалася без лядового покрытия. Ранее комплекс належал автомобильному заводу «БелАЗ», головное предприемство якого находится у Жодина. Уладальнику объекта было немытозгодно працевать на объекте. Выйсти знайшли мясовые улады и организовали смену уладальника. Свои правы автомобильный завод передал Могилевской школе Олимпийского резерву номер 2. Разом с тем предприемство пообещало выплатить компенсацию по мере 1 200 000 рублей. Первый транш уже трапил на рахунок. Зараз на объекте идут ремонт. Ремонтные работы. У планах новых господаров заработать торпеда с участным физкультурно-оздоровленчим комплексом. За мной блок А, так называемый, где можно сделать, ну, я назову его фитнес-центр. Вот он двухэтажный, на первом этаже там сауны с бассейном, вот, и на втором этаже порядка 500 квадратных метров фитнес-центр. Если бы это все удалось сделать,
Я думаю, что равных фитнес-центров в Могиле просто не было бы. Во-первых, уникальное место, лес. Здесь природа уникальная, рядом лыжероллерная трасса. Если зимой мы зальем каток, можно побегать на лыжах, прийти в сауну, позаниматься в зале. Позволило бы сделать такой спортивный городок, скажем так. Самым финансово одукованным вучнем Могилевской области стал Александр Дубоделу из 18-й школы Бобруйска. 11-классник перемог на областном этапе Республиканской олимпиады по финансовой письменности. На такие испыты сёлета своих удельников делегировали 63 научные установы в области. Чему веды про финансы выкликают такие интересы у сучасной молоди, пытались наши корреспонденты. Главное управление Национального банка Беларуси по Могилевской области и областное управление адукации уже четвертый год инициаторы такой олимпиады. И с каждым разом количество удельников, а значит и финансово одукованных людей, становится больше. До инициативы долучились и все банковские установы в области целиком. Это 18 коммерцийных банков. Эти дети – это будущие клиенты банков. Для банков очень важно, чтобы эти потенциальные клиенты были финансово грамотные, разбирались в всех продуктах, которые предлагает банковская система. И это напрямую отражается на рисках банков. 1:30 пытаний, причем с разных блоков. Банковская справа, податки, страхование и так далее. От отриманных ведов, которые обовязково допомогут в жизни, выиграли абсолютно все. Нужно знать, как распоряжаться деньгами, чтобы они приносили прибыль. Нужно знать, как тратить деньги, чтобы заработать еще больше денег. И вы это знаете? Естественно. Я здесь только потому, чтобы быть в будущем более успешной, чтобы иметь потом стабильный доход. Это основа вообще экономически устойчивого государства. Это финансово грамотные люди. Разом с тем вызначены переможца. Максимальный балл у бобруйчанина Александра Дубоделова. Наталья Ильинич, Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, новини региона. Могилевский Днепр застается у высшей лизе чемпионата Беларуси по футболе, а баскетболисты Борис Фену разом с командой Брестской в области устанавливают новый рекорд результативности. Главные спортивные подеи нашего региона у видеоогляде Андрея Шуляка. Днепр знов проиграл, але застается у элите айчинного футболу. У тем, что не зарабили сами, да помогли иншие. На гостевую сустречу перед опошнего туру за Ислачу команда из Минского района могилевчане ехали за одной метой. Настроимся на боевую игру. Будем просто вырывать на каждом участке, потому что мы здесь проиграли незаслуженно, я считаю. Будем стараться сделать тут все, чтобы выиграть. У дняпроуцев не отрымалось. Поражение 0-1. Гол на опошней хвилине Ислач забила с двуглавого. Не глядяши на поражение, могилевчане застались у элите. После усіх гульняў туру стало вядома, Днепр у зоне недосягальности. Вышэйшую лигу покине нехто інше. И покуль у футболистов идет подрыхтовка до опошнего матчу сезону, баскетболисты на отворот только набирают гульнявый темп. У чемпионате краины по этом виде спорту команды сгуляли шостый тур. У яго рамках прошли и матчи могилевского Борисфена с командой Брестской в области. Чувствуется, что Борисфен гораздо сильнее. Понятно, что они победят. Не нравится единственное, что мне, что Борисфен в защите слишком много пропускает. И в Брестской области ожидал я от них, конечно, чуть-чуть побольше. Могут ребята упереться. Хотелось бы, конечно, более напряженных игры. Могилевская команда уверенно перемогла гостей. До того ж, подчас другого поединку был установлен и новый рекорд у чемпионате. На двоих команды набрали 206 очков. На этот момент Борисфен – самая выниковая команда. У среднем за гульню яны набирают 100 очков. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона. Похолодание, часом мокрый снег на тыдні прогнозуют синоптики в области. Короткочасовые опадки прогнозуются уже с вечера понеделка. А вторник будем сустракать с мокрым снегом и гололедицей температурами до плюс 4. У ночь на сераду слупок термометра месцами может опуститься до минус 6, у день до плюс 3. У четвер и пятницу ночь так само будет холодной до минус 7, а вось у день может быть и плюс 4. Прикладно такое же на дворе чекается и на выходных, бодай что у день станет теплей. Такие температурные скачки могут стать выником гололедицы. Теперешнее на дворе цалком отповедая концу листопада и, говорят синоптики, можно лечить подыхом зимы. Наши новини доступны на сайте tvrmogilev.by, ну а я с вами развитываюсь. До встречи!